Всем привет, меня зовут Виктор, и мы продолжаем играть Dying Light Forever. Dying Light Following. Forever, бля. Пригород. Так, на чем мы там остановились? По-моему, мы там баги угнали. По-моему, мы там угнали баги. И потом нас попросили сгонять на какую-то там водоочистную станцию и разобраться с проблемами по воде. Чем, собственно говоря, мы сейчас и займемся. Чё такое? Чё ты так мало FPS-то мне показываешь? 30. Ты меня пугаешь. О, 1800 гораздо лучше. Так, чё в игре? В игре нормас. Обретая веру, съездите к насосной станции. А может, я пешком хочу прогуляться? Чего сразу ехать-то? Сколько мне до тебя тут? Рукой, наверное, подай. 498 метров. Охереть. А, ну там же, в принципе, в описании написано, что карта где-то в два раза больше карты... Ну, того Dying Light'а. Да, если бы я еще водил бы нормально. Потом как-нибудь попробуем эту ночную прокачку баги. Ночью же в два раза больше очков дается. Вот мы и попробуем. Я на месте, нет? А, нет, еще не на месте. Вон там еще. Сволочи стоят. Че вы тут встали, мудаки? Пошли нахер. Тебе что надо? Обалдеть. Так, я, по-моему, это уже, да? Найдите вход. Надо еще и найти вход, да? Как-то все у вас тут очень сложно. О, вояки. Че вояки? Вояки. Довоевались, да? Довоевались, вояки. Ладно, давай посмотрим, где тут вход. Как это? Катрас? Катрас, да? Ну, что-то мне напоминает... Ой, стой, 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 подожди, что-то здесь открыть можно было? Добыча материалов, разборка бесхозных машин, разбросанных по всему пригороду. Смазку нашел. О, крутяк. Смазка, это хорошо. Смазка нам пригодится. Мы же сейчас идем с бандюгами разговаривать. Поэтому смазка нам пригодится. Короче, чё? Побазарить или сразу вас убить? Как вот? А если я их убью сразу? Без базара? То как? Давай мы тогда вход найдем. Поговорите с лидером банди... Таркан, да? О, дурила. Таркан. Вы вправду здесь что-то продаете? Вода кристально чистая, никакой диареи. Потом и на вкус просто божественно. Галлон за 10 фунтов провианта. Золото тоже принимаем. 10 фунтов за воду? А за воздух вам платить не надо? Кажется, у нас тут жадина. Посмотри туда, придурок. Видишь этого? Роско. Всех жарен мы отдаем ему. Точно хочешь поторговаться? Я готов обменять немного воды на твою тачку.
Чтоб вы сдохли, уроды. Ладно, эй, парни. Стопы. Я так не играю. Ой-ё! Надо было мне их сразу перестрелять из-за ограды и не базарить вообще с ними. Ну ничего, сейчас мы их тогда по хитрожопам у всех поумотаем. Ну, как понять, по хитрожопам. Вот, тут уже по хитрожопому не получится, у тебя патронов нету, блядь. Так, это зомбачело, а вон мудачело. А вот мудила стоит, да? А вон мудила. Из Нижнего Тагила. Так, это бандюки все ходят там, да? Он типа мне показывает, что там ходят бандюки. А здесь ходят зомбаки. Черт. Сраные зомбачелы. Но... Ладно, что ты тут будешь это? Думать, что ли? Ребусы решать. Сейчас подбежим. Залезем на катрас. Катрас. Отлично. О! Как же я по вам скучал. Ребята, вы не поверите. Как же я по вам скучал-то, ё-моё. Я думал, ну когда же? Когда же вы про меня вспомните-то? А вы... Сука, тебе водные процедуры важнее, чем старый друг? Падла. Так, кто тут там чё? Кто там, типа, я там, типа... Десту, дес, не дес... А подожди, вот, да, ты? Нормально. Сколько? У меня есть 8 патронов. Короче, 8 патронов на 8 человек. Да. Вот, у этого оружия было. Значит, должны быть патроны. Блять. А, не, есть патроны. Ну, сука, ты мазила, блин. Вот ты мазила. Не, ну, ты прям как браузер, точно, ёптать. Мазила. Есть такой браузер, мазила. Вот и ты такой же, блять, мазила. Мазила, тормозила. Только там браузер-то пошустрее, наверное, будет. Посообразительнее, чем ты, блядь. Так, кто... Подожди, тут один, что ли, остался? А я босса, интересно, завалил? Нет уже? Или они просто прячутся от меня там в этом... Все, да? Ну лады. О, еще и это, да? Так, что? Узнайте, кто кричит. Автомат блоха. Ну давай в коллекцию возьмем. Стой, подожди, а что я могу с блохи создать? Чертеж. А и что? 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 Оружие, оружие. Непонятно. Непонятно. Чё я могу с блохи-то создать?
Ой, сейчас узнаете, кто кричит там, да? Кто кричит, кто там не кричит, блядь. Сейчас начнется. Я сперва сейчас территорию осмотрю, а потом пойду там по всем вашим там. Кричит, там стонет. Вот и все. Нахер мы его сейчас. Че тут такая игрушка с таким шикарным открытым миром. А я сейчас буду типа. Узнайте, кто кричит, блядь. Сейчас мне надо того еще здоровяка шмальнуть. Ну, я ж того. Из луку убивать буду. Так, трубки. Точно, мне сейчас надо не забывать тачки это разбирать. Вон в том, который трудно, там должны быть какие-то детали для машины. Чтоб мы прокачать ее могли. Сделаем просто убийственный какой-нибудь багги. И будем ездить это толпами, косить зомбачел. Прям вообще, вот толпами, прям вообще будем. Как косой будем косить. Че здесь, какая-нибудь деталька, какая-нибудь высокого уровня? Ух ты, третьего уровня, деталь двигателя, понятно. Ну все, я теперь смогу себе крутую сделать тачку, да? Слушай, не так их оказалось здесь и много, как по первости мне подумалось. Я-то по первости подумал, что их тут вообще прям тьма тьмущая. Что-то мне аж со страху показалось, что тут, блин, аж это, 15 тел. А их-то тут оказалось намного меньше. Хули, у страха глаза велики-то там, да? Я уж там... Так, я же вот здесь поубивал народ. Еще. Подожди, а куда босс делся? Я же босса вроде вальнул. Почему здесь ни дропа, ни хера? Блин, вот это печалька, беда. Эх, чувак, сорян. Да-да-да. Ты выцеливаешь, шмаляй ему в башню. 4. Все, 5. Это уже зря зарядил. Отдай мои стрелы. Не, маскировка-то мне зачем? От кого я тут маскироваться собрался? Они сюда пробраться не могут. Чем мне тут маскироваться-то? Все, да? Отличненько. Ну чё, ладно, пойдем. Пойдем, блядь. Пойдем узнаем, кто кричит. Я, правда, нихера не слышу, чтобы тут кто-то кричал. Ну, раз вы мне говорите, что там кто-то... О, подожди. Храповой ключ. Ты, наверное, пригодишься, да, мне? Если вы говорите, что кто-то кричит, значит, кто-то кричит. Ух ты! Деньжат-то сколько? Деньжищ-то, деньжищ-то тут прям... Все. Ничего тут нету. Открывайся. Сука, надо походу с этой стороны, да? Не, ну вы, конечно, спасибо, что нарисовали стрелку, потому что без стрелки бы я хер догадался, что нужно именно сюда. Огромное вам спасибо. Так, кто тут кричит, кто тут стонет? Тоже закрыто. Что за беда-то? Тут зона безопасная должна быть. Чёрт,
Это вот он кричал? Падла, напугал меня, я же там... Я же дернулся, ёптать. О, военная мачете. Освободить заложника. Падла, падла. Я чуть это тут... Не испугался. Чуть сильно не испугался. Я чуть сильно не испугался. А, теперь это зона безопасная, да? Чё, заложник? Ты не весел. Чё ты с горя нос повесил? Меня прислал Джазир, точнее Эски. Ты один из тех, только я и остался. Я Али, остальных бросили этому зверю. Али, эта установка должна работать, но хоть как-то, иначе у бандитов не было бы никакой воды. У бандитов вода была, а вот на ферме нет. Наверное, ее можно перенаправить. Помогите Али вернуть воду. И как я должен помочь? Вот так, сюда ничего не идет. Ну, с Богом. Если мы все сделаем верно, то через пару минут на ферме появится вода. Все надо сделать верно, да? Не работает. А почему не работает? Вот черт. О, щит. Черт, похоже, они его закрыли. Оборудование 100 лет в обед. Если трубы лопнут, нам полный и бесповоротный конец. Я открою вентиль. Где он? Мне-то откуда знать, но точно не здесь. Беги вдоль трубы. Только умоляю, скорее. Охеренно. Охеренно. Иди, иди быстрее. Сука. Время тикает. Так. Опа. А нахер ты лук-то взял? Лук по лбу стук, да? Сука. Да чтоб тебя волки долбили. Труба. Труба. Погнали. Опа. Не, ну хоть еще не сильная ночь. Хоть еще не сильно ночь. Отлично, блядь. Бежать. Слушай, а чё ты на багги-то не сел? А? А чё ты на багги-то не сел? Вот странный ты человек. О, май гад. Ёпа, мама. Ёпа, папа. Вот так-так, тарак-так-так. Блять, я трубы потерял. А, вон она. Ебануться, ноги гнутся. Чтоб мне, блядь, тут не ебануться. Охеренно. Сука, у меня такое чувство, что надо было это, баги брать, да? То я хер успею. Ты что-то и правда растерялся. Взял бы багги и на ней там по-бырому. Просто этот полудурочный Али там типа. Беги, ёптать, беги. Я ж не Форест вам тут носиться, как этот, блядь. 10 секунд осталось. Базара нет. Сейчас зафейлю, короче, и баги возьму. И на баги просто. Я на какой-то насосной станции. Труба заканчивается в никуда, да? Щеманули. А где баги-то моя стоит? Вот она стоит, моя баги, да?
Да бляха-муха. Вот же ты, да, моя дроволетина стоишь. Вот и все. И биться сердце перестало. На нахуй. Падла, утырки конченые. Огонь, да? Пиздец. Та сука. Эй, я так с вами не играю, мудаки. Я, блядь, не вижу, куда я еду. Отъебитесь. Да чё вам надо-то? Чё, 9 минус 9500? Нет. Фу, так, ладно. Ладно. Да кто ты? Ночь хер получится пере... Подожди. Все, навык вождения подрос. Да ёб... Блять. Так, главное, чтобы эти мудаки меня не догнали. А он, похоже, догнал, да, меня? А как? Я не могу аптечку использовать, да, получается? Спасибо, конечно, за подсказку. Это ж я сейчас так всю ночь буду ездить. Я просто не вижу, куда еду. Просто и все. Вот реально. Время сколько? 23. Я просто не вижу, куда я еду. Блин, как тебя мудака скинуть-то? Сука. В дерево врезаешься, не помогает. Ну-ка, может, блядь, получится все-таки до утра выспаться, а? Че ты тут? Нет. Не получится, да? Сука, надо было сразу. Когда это была у тебя, день еще там на носу был. А что-то прям стемнело как-то быстро. Может, это прям заскриптовано действие было, что я должен ночью потом просто ехать. Просто баги едет еле-еле. Это просто какой-то пиндос вообще. А, у меня же детали сломались на баге, да? И поэтому она так едет кое-как. Че, бензин закончился еще, да? Охереть просто. Просто охереть. Так, еще и уебище.
Тактика Галактика. Сука. Не, я бы днем вообще с полпинка бы днем проехал. Не, ну сейчас-то уже лучше, конечно, уже лучше. Ну просто я без баги. Просто как мне баги-то починить? Да падла, да слезь ты с меня, а! Ну вот отстань, ну чё ты пристал, мудила? Пиздец. Да не, это не варик. Нет, это не варик. Я сейчас просто баги всю расхерачу. Я сейчас просто расхерачу всю баги. Баги расхерачу. Так, стоп. Так, мне либо надо зелку на скорость сварить, на выносливость там или на скорость, и бахнуть ее. Вот и все. И просто бахнуть зелку на выносливость, скажем. Ты кого ты пугаешь-то тут? Ебись, блядь. Чё? Съели, падлы? Погоня отстала. Хорошо. Так, ну в принципе с зелкой... Зелкой на скорость я успею. Блять, я первый раз быстрее бежал. Ладно, сейчас я, короче, потрачу время на то, чтобы зелку... Подожди, там у меня же есть зелка какая-то. Зелка ж у меня есть там. А, все, пробел надо же нажать. Так. Грибное зелье дали. Так, нет, нету. Зелье. Усилитель ночного видения. Усилитель скорости. И усилитель стойкости, да? А, места в инвентаре не хватает.
Так, а чё тогда? Так, и усилитель стойкости, да? Так, а я не понял, а чё у меня? Где у меня усилитель-то скорости? А, вот усилитель скорости. А стойкость это за что такое? А, вот оно. Тогда мне еще выносливость надо. Минута 16. Сейчас, в общем, провтыкаем эти минуту 16. Сейчас мы просто ее провтыкаем. Для того, чтобы просто дадим мудакам бошки посносить. Вот этим гадам просто своим нереально крутым мачете поуносить мозги. Отвалите, отвалите от меня. Все, убили. Убили. Ну все, сейчас мы тогда зелки. Зелку. Ах, тут же это. Блять. Так. Топим. Да не, ночью-то это вообще бред полный. Ночью это полная просто херня, короче. Давай тут как-нибудь время протикай. Протикай, пропикай. 4:29 осталось. Я, короче, эту часть просто вырежу, когда это... Так, ну чё тут? 6:03, все. Утро. Лучше на сраном, вот этом хлипком баге ехать, чем, блядь, днем, чем ночью бежать на своих двоих. Я бы ночью проехал, если бы это просто дорогу видел, куда ехать. Проехать-то ж несложно. Тем более багги еле едет. Station. The pipeline ends here. Hello for the main bear, goddammit! Body spy!
Но... Все. Вот и все, понимаете? Вот. Столько бомбежа, короче, было из-за того, что я там где-то что-то не мог пройти, а тут вот. Все делается ровно, четко. На полусдохшем баге, которая там уже еле ехала там, да. Кряхтела, пердела там. Вот так вот и все. Инвентарь заполнен. Что там такое, что инвентарь... А, подожди. А что, вода начинает прибывать, что ли? Да? Я не понял. Выберитесь из подвала. А может, я не хочу из подвала выбираться. Может, я тут жить останусь. Здесь зомби, по крайней мере, нету. Все, я сделал. Это был настоящий потом. Что теперь? Просто ждать? Да. Теперь это только вопрос времени. Мы справились. Даже более чем. Похоже, ты только что спас наши задницы. Возвращайся на ферму. Скажи Зазиру, что ты хороший парень. Хоть и чужак. Ну, спасибо, блядь. Forest Stranger. Поговорите с Джасиром. Ну чё, пойдем говорить с Джасиром. Так, давай мы тебя починим. Сука. Столько времени просто просрал вообще там. На этих утырошных зомбачел. Мудачел, блин. Так, у тебя что-нибудь тут есть внутри? Сколько до фермы Джасира? Чтобы я там с ним поговорить мог. А? Ну-ка, подожди, а я вот могу... Здесь нечего взять, да, получается? Так, тут поблизости нету никого, да? Здесь можно что-нибудь взять? Нет. А бенз? Емкость с топливом. Это хорошо, да? Емкость с топливом, это же хорошо? Если учесть, что... Емкость с топливом. Так, а что здесь? Болты. Так, ладно, я маленько топливо нарыл. Давай посмотрим. Так, я заправил. А как чинить-то тебя? Где чинить? А ну-ка, подожди. Удерживайте. Починить машину. Это экран улучшения вашей машины. Он позволяет делать три вещи. Устанавливать, чинить, заменять детали. Окей. Так, и что мне надо сделать? Починить, например, я хочу. Вы уверены? Ну, ёптать, естественно, я уверен. Все. Все, я починил, да? Все. Ё-моё. Это что у меня теперь? Баги. Целая. Да на такой баги ночью можно было ехать. Скорость-то какая, смотри-ка. Стой. Вот так. Нет, это мне не надо. Проволока. А вот это мне надо. Сейчас будем тачки обшаривать, а что делать? В смысле пусто? То есть хер, да? Пусто это значит хер. Ну хер так хер. А, там же, по-моему, в это. Где гараж, там же можно просто тачку призвать будет. То есть не обязательно там на ней кататься.
что-то там, говорит, я, говорит, буду пить, пока не обопьюсь или там не уссусь, или пусто. Смазка. Ой, вы какие приставучие-то. Эй, снайпер. Эх, Эзма, хвала. Чё, хвала матери? А, да? А ничего, что это как бы не мать, а я там все это сделал? А, во. Чё там? Ну, тут без него никак получается, да? Мадер поговорить с Джасиром. Чудо, это же просто чудо. Бурак, да. Таки вода. Типа. Ты даже не представляешь, что для нас сделал. Колодцы вот уже месяц, когда загрязнены, и люди болеют все чаще и чаще. Может, я ошибся в тебе, чужак? Теперь ты ответишь на мой вопрос насчет лекарства? Иди за мной. Но... Джасир, в Харане у нас заканчивается цизин. Я ищу что-нибудь, что поможет спасти моих друзей. Если у вас есть что-то... Да, чужак, у нас есть. У нас есть вера в Матерь и наши молитвы. Не хочу обидеть, но хочешь сказать, что молитвы спасают от превращения? Вот в чем твоя беда. Тебе, как и другим чужакам, достает веры. Мы верим в мать, и она защищает нас. Нам не нужен этот антизин, или как его там? Ладно, допустим. Но может, я как-то могу проговорить с этой матерью? Это запрещено. Она говорит только с теми, кого называют безликими. Но, может быть, они и обратят на тебя свое внимание, если принесешь общую заметную пользу. Ради этого я пойду на все. Только о какой пользе идет речь? Чем я могу вам помочь? Ты серьезно? Что ж, хорошо. Я отвечаю за эту ферму. А мой друг Билан поддерживает порядок на заправке у города. Осмотрись вокруг. Столько дел, что один человек из-за жизни управится. Ну ладно, разыскать все тайны Детей Солнца вы можете лишь завоевать доверие. А раскрыть все тайны Детей Солнца вы можете лишь завоевать доверие безликих самоотверженных защитников Матери. Выполняйте задания, помогайте людям, создавайте безопасные зоны, чтобы повысить уровень доверия. Да, без проблем. Вообще без проблем. Уровень доверия повышен. Теперь вы чужак. Ох ты, я чужак теперь. Слух. Спуск в кроличью нору. Ну давай, хер с тобой. Охереть. Куда это я? Братья и сестры, после службы на прошлой неделе я стал чувствовать себя лучше, и мой возлюбленный Эмра ушел к Монолиту, чтобы вознести хвалу матери, и не вернулся. Пожалуйста, верните его мне. Я прошу еще Я еще недостаточно оправилась, чтобы пойти самой. Надеюсь, что благословение матери коснулось не меня одной, что она хранит его от беды. Сада. Сада, вот засада. Странный шум. Это меня моя старушенция попросила написать. Говорит, недалеко от алтаря, что возле города. Не то, что кошка орет, не то больной ребенок плачет. Я ей толдычу, что это демон, да только она хочет, чтобы кто-то пошел и поверил. Ежели дитя-то помочь, конечно, надо. Но хоть и кошка, все стоит подобрать. Если кто к алтарю позаберется, захватите меня с собой. Схожу проверю, бурак. Ёб твою, блядь. Да... Задания такие там, типа. Странный шум. А мне просто вот интересно, ну. Там это задание уже. Этот странный шум.
Хер знает сколько там уже продолжается там, да? Чё тут кто-нибудь со мной поговорит? О том о сём поговорит, как мы тут живем, да? Чё-нибудь хочешь мне сказать? Не хочешь, да? Можно войти? Можно. Теперь можно войти. О, девочка. Ку-ку, мадам. Чё делаете? Тайники. Еще не все территории пригорода разграблены. Как правило, потому что туда боятся ходить и жители, и банды. Хорошо. Хорошо. Блин, а где лестница наверх? Я что-то это... А, вот. Там кто-то... А тут, наверное, это Эсги, да, там сидит. Еще выше. Куда там еще выше-то? Тут... А, вот, сюда. А ты-то еще кто такой? Марван. Заходи, послушай мою историю. Я есть внимание. Это чудесная история о чести, предрассудках, войне и мире. Она берет начало в те времена, когда люди еще были честны и добры, и не было никаких зол. Никаких зол. Уснул, что ли? Прикольно. Молодчик. Говорит, послушай мою историю. О, там, это фото Скорпиона висело. Так, ты чё? А ты чё, ничего не скажете, да? Какие-то вы скучные. А смысл тут ходить по вот этим хибарам? Тут эти лежат там. Тут это лежит. Нет, единственное, что может быть, можно будет тоже найти какой-нибудь там чертежик, еще какой-нибудь там, да? Фиговину. А так-то получается. Нету кайфа ходить. Нету резона, получается, ходить тут. Так, подожди, а что мне? Эсги ничего не хочет сказать? Ты же вот, да, Эсги. А с этими-то что такое? Эй, парни, с вами что такое? Трейд. Барыга. Ой, барыгу наконец-то нашел. Здоровяк хочет. Чё? Продать ты хочешь или продать? Так, чё у нас тут? Болты, проволока, чертеж стрелы. Так, нет, спасибо. Так, камуфляжный мачете. Ай, блин, мне же надо было это, блоху выложить. Чё ты сказал? А чё ты разговаривал-то, когда я это... Капец ты. Чудо ты в перьях, блин. Вот, тачку вот так вот, бах. И все, и тачка там. Так, ладно, мне надо это... Выложить блоху туда. В свой инвентарь. Блин. Мне надо выложить блоху. Так, ну и похоже, наверное, пистоль надо выложить, потому что пистоль. Угу. Так, давай посмотрим, что я могу вообще чертежи. А, так, па-па-па-па-па-пам. Так, я могу меч ангела сделать. Есть для этого серп, да? Серп. Ну, тогда давай сделаем. А, тут можно и мачете, и серп. Ну, к военному мачете, то есть небольшой дамаг добавится. Давай мы серп сделаем. Военное мачете можно раздолбать будет. Что такое? Императрица? Что за императрица? Не, не надо. Тогда мы военное мачете просто сейчас разберем. За ненадобностью. Военное мачете. Теперь вот так. Теперь мы сделаем на...
Улучшение, да? А, ну тут этот дуэлянт, задира. Это мы потом тогда тебя улучшение сделаем. Так, сейчас надо вот эти все усилитель стойкости сюда забросить. А, потом усилитель скорости забросить. Вот это все сюда. И сюда поставить вот серп. Все чудесно. Чудесно. Так. Куда надо? Странный шум. Не, странный шум я не хочу сделать. Чужак в своей стране. Помогайте местным. Механик. Встретись. Вот. Вот механик это хорошая штука. Вот механик это зашибись. Лена, слышно меня? Лена. Крейн, ты в порядке? Что случилось? Мы все за тебя переживали. Все хорошо, не волнуйся. Ну слушай, твой пациент был прав. Здесь есть общины. Все члены, похоже, обладают мутацией, иммунитетом. Ай. Как такое возможно? Не знаю, их защищает какая-то местная знахарка, которую называют матерью. Общается она только через своих жрецов. Попробуй с ними поговорить. Но эти ребята... Продолжай поиски, но будь осторожнее. Удерживайте создать испытания. А зачем мне ее? Испытание крушитель. Так, подожди, давай мы посмотрим сюда, да? Испытание крушитель. Никто ничего купить не подумывает. Да нет. Я вот, например, не подумываю. Так, и что здесь? С кем-то рамсить придется сейчас или что? Или так просто мы тут пообщаемся и все? Так, ну вот с этим. А, подожди. Свинота. Надо обыскать все тачки. Бенз весь слить. Под капотами все проверить. Багажник обшмонать. Пусто. Пусто. Вон там полицейская тачка стоит. Блин. Сладенькая такая полицейская тачка. А сколько там кого и возле и чего там, да? Так, раз, два. Не, ну грубо говоря, там трое. Блин. Проворонил, ё-моё.
Так, подожди, где-то... А, там эти блевуны, пердуны. Резина, ладно. Горит резина. Кончает зина. Да? Ну давай что-нибудь порадуй только меня здесь чем-нибудь таким, знаешь. Прям крутым. Не таким говном, как обычно там. Я ж там трех зомби убил ради этого. Блин. Да черт. Пока это положение найдешь тут. Ну, похоже, точно не в эту сторону. О, нашел что-то тут. Все отлично. Так, чё? Да. Да уж. Чё, с тобой нельзя побазарить? С вами чё? Чё вы тут греетесь? Здорово. Короче, ничего тут у вас не взять, да? Кем тут бы... А, похоже, на крыше кто-то, да, сидит? Не, ну тут хоть есть барыга там, да? Ладно, давай. Чё у тебя есть? Зверюга. Круто. Зверюга у тебя есть. Вот это мы продадим. Средневековый метательный топор. Давай вот это мы продадим. Это мы продадим. Это мы продадим. И сюсикены тоже продадим. Да нечего у тебя купить нормального. Нечего. Не обольщайся, что у тебя тут типа дохера что-то. А, подожди, сюда. Прошу прощения. Ты здесь хозяин? О, нет, нет. Эй, эй, дружище. Я Билал, а это Нури, мой брат. Приятно. Так, чем я могу помочь, Кайл? Я слышал, что местным не помешает какая-то помощь. А, да, Джастер сказал, что ты придешь. Но слышал о тебе. Слушай, я просто пытаюсь. Мне может не объяснять, я понимаю. Моего брата 2 месяца назад. Чё? 2 месяца? Но он не обратился. Мне тоже не верится, но сам посмотри, он все еще в рабочем состоянии. Не то, что этот хлам. Вон, просто взгляни на ту доску. Джасир не согласен. Нам очень нужна помощь. Не солгал. И мужик, завидую твоей тачке, давно уже не видел машины на ходу. Вот что я тебе скажу. Если будешь заезжать ко мне время от времени, я в ней малость покопаюсь и сделаю еще круче. Ну хорошо. Если хочешь быть действительно полезным, береги ее. Я вообще-то не механик. Поэтому здорово, что ты обратился ко мне. Кое-что надо сделать. Поездка выйдет дальней. Наставлю левую руку, что она этого стоит. Наша цель — застрял грузовик. Сила аса. Осмотри его, и если найдешь любые годные запчасти, тащи их сюда. Грузовик силоса. Я так и не понял, грузовик силоса или силаса застрял? Что там застряло-то? Так, ладно, тут что с кем-то побазарить можно? С тобой? Нет, с тобой нельзя. А что-нибудь стащить у вас тут можно? Тоже. А, ну, тут ничего не стащишь, да? Ну, ладно, я... Черт, похоже, нет света. Уже работаем над этой проблемой. Есть желающие нам помочь? Свет народу. Подожди, а что это? Здесь где-то здесь, значит, задание какое-то висит? А, вот здесь, да, наверное. Сердце тьмы. Прихожане. Давай возьмем, на всякий случай. Вот и пещера. Запирайте кладовки. И чел пропал. Помните? Билал. Черт, вот там. Сердце. О, еще пропал человек. Увы, друзья, живем мы в скверные дни. Это хорошо, да?
Ну или нет. Просто тогда бы у меня квестов не было бы, если бы вы не в скверные дни жили. А не было бы квестов, мне бы проходить нечего было. А нечего было бы проходить и скучно играть было бы. А если было бы скучно играть, то тогда какой смысл вообще играть там, да? Так, сколько там? 527 метров вот туда. А, не, подожди, нахер мне это? Вот и пещера. Мне надо... Доберитесь до стоящей. Вот сюда надо. Сколько метров? 300 еще. Это ближе там, да, чем туда. Короче, наверное, давайте на сегодня все. До автострады мы доберемся уже в следующем выпуске. Спасибо всем за просмотр. Ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.